Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Взятие в плен 5 царей. А те 5 царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись 5 царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещер и приставьте к ней людей, стеречь их. А вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макет с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры, и выведите ко мне из пещеры 5 царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры 5 царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфтского, царя Лехиского и царя Еглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на вы и царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вы их. Иисус сказал: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступил Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.